Сегодня я расскажу вам, как приготовить хот-дог без труда и затрат по времени. Вряд ли кто не пробовал это блюдо фастфуда, их продают везде, в парках, в ТРЦ и так далее, и это вкусная и быстрая закуска. Такие хот-доги обязательно понравятся вашей семье, они вкусные и необычные. Такая закуска может заменить полноценный ужин. Также они прекрасно могут быть приготовлены на природе. Если приходится долго ждать шашлыка, можете добавить по желанию маринованные огурчики или горчицу. Приятного аппетита! Досматриваем ролик до конца и записываем ингредиенты. Подписавшимся, больше вкусностей. Такие продукты будут нужны. Ломтики бекона, 8 штук. Говяжьи сосиски, 8 штук. Швейцарский сыр, 8 ломтиков. Соус барбекю, 80 грамм. Красный лук, 1 штука. Булочки для хот-догов, 8 штук. Количество порций, 8. Палец вверх или вниз, комментируйте, подписывайте. Удачного дня!